Ивановцы сказали, сердечно-сосудистым заболеваниям нет. Во вторник в одном из торговых центров прошла акция, посвященная Всемирному дню сердца. Организаторами стали студенты медицинской академии, участники движения под названием «Кардиогвардия». Мы хотим привлечь народ к пропаганде здорового образа жизни, к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Мы проводим викторину. Также каждый желающий может измерить давление, измерить уровень сахара и холестерина в крови. Волонтеры «Кардиогвардии» отмечают Всемирный день сердца уже 4-й год. Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания – бич современного общества. Основным направлением своей деятельности борцы за здоровый образ жизни считают привлечение к этому вопросу как можно больше молодежи. Очень важно предотвратить на ранних стадиях все эти заболевания. Очень важно знать, как бы, что нужно делать всем людям, потому что предотвратить этот процесс как бы, на ранних стадиях очень как бы, цель нашего мероприятия. Желающих пройти обследование оказалось немало. В основном люди преклонного возраста. Процесс не занимал более 5 минут. Сначала меряют давление, потом берут кровь и сразу же говорят результат. Оказалось, показатели в норме далеко не у всех. Давление повышенное, сахар повышенный, холестерин повышенный. Надо лечиться, следите своим здоровьем, то, что выписывают врачи, там, таблетки, надо употреблять. Большинство ивановцев, пришедших на праздник, считают, что проведение таких акций станет еще одним шагом к формированию здорового поколения. Заболеваний становится все больше, вот, и поэтому особенно молодежь важно привлекать. Я вообще считаю, что здоровье очень важно, потому что работая в призывной комиссии, вижу, насколько наши юноши сегодня не могут выступать в качестве защитников Отечества, потому что очень много показаний в отрицательном плане, в том числе и связанных с заболеваниями сердца. В течение вечера для зрителей выступали танцевальные и вокальные коллективы. Следующий день сердца кардиогвардейцы планируют провести еще более масштабно. Правда, пока всех секретов не раскрывают. Полина Панасицкая, Алексей Гарин, РТВ Иваново.